людям, которые нами же и отобраны, и которые должны покинуть, не пройти в половину финала. Поэтому дальше будет сложно. Ну а сейчас исключительно мужское состязание. Дуэль Юрий Кононов и Альберт Жалилов. Я могу сказать, мы разные, потому что я тенор, он больше баритональный певец. У него есть преимущество, он красивый, молодой человек, высокий. Я в этом плане проигрываю. Я специально не слушал Юрия Кононова, потому что, когда ты слышишь другое исполнение, начинают включаться такие игры разума. Ты начинаешь думать, может быть, мне здесь вот сделать вот этот тогда нюанс. Это не нужно. Я специально себе купил беруши, я буду затыкать себе уши и не слушать, что он пел, как он пел. Я хочу пожелать ему, чтобы он искренне любил публику. Он тогда себя найдет. Он музыкант, он понимает, о чем речь. Юрий, тебе сегодня предстоит в дуэли сразиться с Альбертом Жалиловым. Скажи, пожалуйста, тяжело выходить первым? Ответственно. Очень ответственно, да. Я знаю, что у тебя прекрасный, сильный голос, и очень хочу пожелать тебе, чтобы все краски твоего вокала раскрылись на главной сцене. Удачи! Ты сделаешь все возможное, я уверена. Спасибо. Для музыкальной дуэли Юрий Кононов выбрал песню Шарля Азнавура «Вечная любовь». На репетициях он часами оттачивал сложные вокальные партии. Однако накануне выступления Юрий простудился, и ему предстоит поединок не только с соперником, но и с больным горлом. Время зло для памяти моей, чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова тревог и слезы наконец, приют для всех уже прожитых утех. Расцветет, и в сумлаке ночном умрет, уйдет, но оживет потом, ей все вернет блаженный летний зной, извечный летний зной. Вечная любовь, живу, чтобы любить до слепоты и до последних дней. Одна лишь ты, жить любя, одну тебя навсегда. Наш Шарль Азнавур Юрий Кононов.
с бессмертной песней из бессмертного фильма «Тегеран 43». Какие впечатления от этого выступления у нашего компетентного жюри? Да, Володя, пожалуйста. Ну, я впервые сталкиваюсь с этим артистом, потому что меня не было, видимо, когда он пел в прошлый раз. Самый большой критерий – это вот мурашка, которая зацепила. Она действительно была. Вы купались, вы были настолько гармоничны, вы были в своей тарелке, в своей природе. Спасибо, это было очень хорошо. Спасибо. В прошлый раз тоже была мурашка, поэтому Юра сюда и попал. Альберт, очень забавный момент. Я заметила, что Юрий Кононов закончил петь, а ты еще качался под ритм какой-то песни, которую ты слушал в наушниках. Слушал что-то свое или, может быть, диск Юрия? Я просто представлял себе свою песню «Русское поле» и не хотел выбиваться просто из этого состояния, вот и все. Вы, выходя сюда, понимали, что могут и плохо сказать, да? И хорошо, и плохо. Вы взрослый мужчина, вас не мне, женщине, учить, как себя вести, как петь, тем более. И давать советы я тоже не буду, просто буду говорить. Если песню поделить на три части, в третьей части я услышала песню. И я вам поверила, а первые две части я видела только вас. Упаси вас Господь заниматься самолюбованием. Любите песню больше, чем себя. И все. Ну, пардон. А мне, наоборот, как раз понравилась первая часть, которая была спета таким трогательным субтоном, без напора, без излишнего форсирования. Еще я хочу сказать, что, по-моему, Юра, вы сегодня не совсем, да? Здорово, есть такое ощущение, да? Есть какие-то трудности. Я прямо услышал какие-то отдельные фрагменты, где слышно, что вы нездоровы. Но кто не слышал вашего прошлого выступления, тот этого и не заметит. Потому что все равно у вас голос проникновенный, большой и красивый. И я знаю какое-то коварное произведение, я его тоже пел. Спасибо вам, мне очень понравилось. Диана, ваши впечатления? Можно начну с несущественного, но это стоит того, чтобы сказать. Классно похудел. Молодец. Молодчага. Кстати, я забыл об этом. Молодчага. А теперь по существу. Сегодня абсолютно точно было хуже, чем в прошлый раз. И я знаю почему. Слишком много старался. Вот в прошлый раз вы вот вышли и нам дали. И мы с Носковым так, опа. И сказали, да, конечно, конечно. И никаких вопросов не было. А сегодня не надо быть учеником, вы же профи. И действительно отсюда вот возникает какой-то намек на самолюбование, которого у вас нет. Не надо стараться, вы же знаете это прекрасно. Вы сегодня переволновались. И я всеми силами хочу, чтобы вы пошли дальше, потому что вы достойны того, чтобы пойти дальше. Потому что вы поете лучше, чем сегодня. Мы вас отпускаем, Юра. Ну и сейчас ждем, какой ответный удар в этой дуэли нанесет Альберт Жалилов. И после этого судьи будут принимать свое решение. Русское поле, светит луна или падает снег. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Поле,
русское поле. Пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни вдруг обожгут меня прежней тоской. Русское поле, русское поле, я, как и ты, ожиданием живу. Верю молчанию, как обещанию. Пасмурным днем вижу я синеву. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер песок. Здесь отчизна моя, и скажу не дая: здравствуй, русское поле, я твой тонкий голосок. Поле русское поле. Альберт Джалилов и «Русское поле», «Неуловимые мстители». Валерий Яковлевич, что скажете вы? У вас очень красивый тембр, богатый и очень выигрышный крупный план. Мы смотрим справа и слева. Вот, я следил за этим. Уверенная интонация, но мне не хватило трепетности какой-то, вот, не хватило нерва, как, не в смысле истерики, а вот того какого-то внутреннего содрогания, которое бывает у исполнителя, благодаря которому зрители начинают сопереживать. Поэтому все было симпатично, хорошо и мило, но не зацепило. Спасибо. Диана, а вас зацепило? Ну, понимаете, в чем дело? Я объясню. Потому что мы некоторых участников видим второй раз, и они так меняются. Я думаю, вот я видела его или нет. Я думаю, это же был тот же самый парень. Но вы за это время очень возмужали, конечно же. Вот эту стать, понятное дело, никуда не спрятать, она в вас прекрасна. Но вы куда-то спрятались сегодня, вы очень старались. Да забейте вы на эти ноты. Выходить, надо выходить и рвать, понимаете? И рвать не криком и набором, а чтобы, понимаете, чтобы вот у меня не возникало вопроса, а почему, интересно, вы выбрали эту песню? Вот когда у меня возникает этот ужасный вопрос, значит, что-то как-то не сложилось. Вот это такое мое мнение сейчас. Юр, скажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу выступления Альберта? Может быть, тебе... Молодец, очень душевно, проникновенно. Просто умница. А тебе не кажется, что твоя песня была сложнее? Моя песенка была сложнее, но голос — это не меню, его не закажешь. Если как пошло, так пошло. Я максимально контролировал себя. Но, к сожалению, в этом смысле немножко не повезло, наверное. Ну что ж, вот сейчас будет возможность сказать или да, или нет кому-то из наших сегодняшних дуэлянтов. Я приглашаю на эту сцену Юрия Кононова. Уважаемые члены жюри, вам нужно выбрать только одного исполнителя. Будем голосовать. Юра, ну что, худеем дальше? Юр, ну давайте шутить-то уже, ну в конце давайте. Концов. Ну мы же не на похоронах. Я в процессе. Все, прямо сейчас. Я говорю да. Валерий Яковлевич, ваш выбор. Вот пение Юрия Кононова, вот, взволновало меня сегодня больше, чем вашим. Елена Ваенгер. Поскольку я знаю уже, что скажет, скорее всего, Володенька,
Я скажу Альберту, да. Я отдаю свой голос. Юрию Кононову. Да. По итогам нашего голосования у нас проходит в полуфинал Юрий Кононов. Спасибо большое! Альберт, ваше не последнее слово. Но на самом деле, как-то все волнения уже остались там. Сейчас волнения я особо не чувствую, я просто благодарен этому проекту. Мне было интересно, мне было увлекательно здесь. И, ну, понятное дело, что я занимаюсь музыкой профессионально и продолжу это делать. Этот проект – одна из таких ступеней, очень интересных, действительно. Я благодарю всех, кто здесь присутствует. Всем спасибо и до встречи на сценах. Дорогие друзья, мы вас обоих уважаем. У вас будет возможность обняться еще из-за кулис.